Здорово, дружище! Рад, что ты снова заглянул ко мне посмотреть мой новый ролик. А если у тебя есть желание пообщаться со мной без задержек и прочей ерунды, залетай на мои прямые трансляции на Twitch. Да, ребята, именно на Твиче теперь будут проходить стримы. Ну а на ютубчик мы будем выкладывать видео, такие как этот. Обязательно залетай и подписывайся. Сделать это несложно. Займет всего минуту твоего времени, а мне будет приятно за твою поддержку. Итак, переходишь по ссылке в описании и жмешь «Отслеживать» в верхнем правом углу. Приятного просмотра! Ты один на крышу залезаешь, что ли? Дурной? Понятно, кто по нему стрелял. Ну, ладно. На комплект я уже накопил. Пойду, наверное, вызову. Посылка с комплектом уже в пути. Ты с Глока прилетел, что ли? Нифига, это не он, походу. Потому что что-то очень-очень много у него лута. Для человека, который только что полутался. Ну ладно. Нужны разведданные. Отправляйте беспилотник. Это он отсюда откуда, да? Это не могу понять. А? Нужны разведданные. Отправляйте беспилотник. ППЛА входит в район операции. Внимание. Здесь ППЛА... серьезно, блин? Союзная посылка с комплектом уже в пути. Ой, скайфом сделал! Скайфом чел сделал, вообще просто замечательно. Он прилетел, прилепил синтакс мне на лицо, но я не умер. Вот в чем прикол. Жесть. Как так? Как так получилось? От этого же умирают, нет? Бред, ну ладно. Надо, короче, комплект свой забрать. Блин, надо так-то двигать уже отсюда. Ну, сейчас побегут. У-у-у, жесть. Отсюда точно прям. Инфосотка просто. Вон чел уже. Побежал. Сейчас через дорогу все побегут. Внимание, у ППЛА топливо на исходе. Иду на базу на дозаправку. Квадрат отмечен. Дарьте. Я загрузчик 2-0, вас понял. Начинаю обстрел кассетными минами. Колебал. Единственное, что плохо у карика, это дэмэдж, ну, типа, в тело. По всему остальному прям вообще просто шик. Очень крутой звук выстрела, прям вообще просто конфетки. Нужны разведданные, отправляйте беспилотник. Ага. Один сейчас через мост пойдет, да? Где-то здесь лежит, что ли? Подожди, дай на него ровно метку поставлю. Я заскочу туда.
натуре. А, ну сейчас, скорее всего, выходить будет. Угу. Да это мой чел. Там еще чел. Блин, а я особо не хочу, как бы, по городу бегать. Поздновато заметил. Арбалет опять выпал. Нахренеть. Редкая вещь, но мне кажется, нахрен не нужна. Она в три броника не ваншотит все равно. Ваша задача — уничтожить цель на ликвидацию. Ваша цель — уничтожить цель на ликвидацию. Вот там у магазина где-то, да? Ну нам тоже, кстати, к магазу надо. Так что let's go. Здоровенько. Цель уничтожена. Нужны разведданные. Отправляйте беспилотник. ППЛА входит в район операции. Это он просто там стоит или... Да, он там в натуре просто стоит. Я его не вижу отсюда. Печалька. Нужны разведданные. Отправляйте беспилотник. Ну-ка, за ним, наверное, да? Топливо на исходе. Охренеть, народу. Жесть. Хочу туда. Это же он. Да убри уже, чел. Собирается газ. Отмечаем новую безопасную зону. Это бред просто. Вот я об этом и говорил, типа, то, что... Ну, вот это единственный минус карика. Короче, пошел ты нахер. Квадрат размечен. Растопчите их. Я штурмовик 3. Еще одна. И серьезно? Для нас машину. Эй, отставить последнее. Блин. Он сейчас через вагоны, наверное, пойдет. Или лутать его будет еще. Найдена новая безопасная зона. Ну тут еще есть люди. Прямо передо мной где-то. Над нами враг. Осталось 10. Еще немного. Конечно, неправильно делаю, так бегаю. Крайне неправильно. Это жесть, конечно. В лесу, блин. Куда этот еще? Шавка стреляет. Ну давай. Газ приближается. Ну. Включаю безопасную зону. Сзади еще чел. Чел, у тебя там без меня проблемы, как бы?
Вроде нет. Осталось всего пятеро. Так, осталось двое. Получается. Притворюсь кустарником. Ну, они все так делают сейчас, под конец. Типа, это нормально. Но они все с той стороны. Мне надо сейчас, чтобы они пофайтились. Да, они там. Причем оба. Второй-то где-то же здесь же. Ебой! Неплохо. Неплохо.